Перед началом заседания Государственного совета участники совещания сняли игрушки с пожеланиями тяжело больных детей из разных уголков страны. Так главе Кубани достались три детских мечты. 5-летний Тамерлан хочет покататься с дельфинами, 9-летняя Алина поехать на кремлевскую елку, а 7-летний Валерий побывать на Формуле-1 и прокатиться на болиде. Письмо Деду Морозу. Мечтаю побывать на настоящих гонках и прокатиться на гоночном автомобиле. Вот на самом деле сегодня детям России доступно прокатиться на настоящем гоночном автомобиле по настоящей гоночной трассе. Все понимаете, что речь идет о Формуле-1, и я считаю это достижение современной России, что в нашей стране сегодня проходит Формула-1, она проходит в Сочи. На самом деле это событие, это мировое событие, и наши детки могут к нему не просто прикоснуться, а даже поучаствовать, понятно, не в официальных заездах, а просто прокатиться на гоночном автомобиле, но по настоящей, еще раз подчеркиваю, гоночной трассе Формулы-1. Это очень важно. Я думаю, что вот этот подарок однозначно мы преподнесем тому, кто его просил, и он будет исполнен в лучшей форме. Напомню, сегодня в Кремле прошло заключительное в этом году заседание Госсовета. Тема – развитие аграрной политики. Участником совещания стал губернатор Краснодарского края. Среди обсуждаемых вопросов – эффективное сельскохозяйственное производство и роль регионов в реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий.